позднее. А сейчас Елена Ткаченко, лучшая гимнастка Белоруссии на ваших экранах. Она выступит со скакалкой. Леся совсем недавно получила на тренировке травму, поэтому сейчас выступает с неким дискомфортом. Запуталась в скакалке. Знаете, такое впечатление, что дискомфорт есть не только вот в этом травмированном колене, но и вообще во всех движениях. Вот прыжки как будто бы неудобно выполнять, вот эти связки, как будто бы они составлены не совсем так, чтобы было удобно гимнастке. Видите, очень много было так называемой грязи в работе предмета. Вот очень долго висит кончик скакалки, это тоже ошибка.